Даш Такур. Также поблагодарить Чатаратму Прабу за его изящную, полную преданности лекцию, посвященную уходу Наротам Дас Такура. But as Чатаратма has indicated, there's more to come. Но, как сказал уже Чатаратма Прабу, нас ожидают другие события. The day is young, it's only 9 o'clock in the morning. Сейчас еще утро, практически 9 утра. So on the instructions of our tour manager, Vasudeva Ceremony, we're going to give you time to take a little breakfast now. И сейчас, следуя наставлению менеджера нашего тура Расики Шроми Матаджи, мы дадим вам время для того, чтобы вы позавтракали. Breakfast means what you bring to the Kirtan party, your nuts and oranges and fruits and sweets, whatever. Под завтраком мы подразумеваем те закуски, фрукты, орешки, которые вы принесли с собой на эту программу. We'll give you about 15 or 20 minutes for that. На это мы предоставим вам минут 15-20. You can stretch your legs a little bit. Вы можете немножко размять ноги. And then we're going to have a beautiful kirtan in honor of the disappearance day of Srila Narottam Das Thakur. С тем состоится прекрасный киртан в честь дня ухода Шрила Наротам Дас Такура. We'll sing Ye Nilo Premadana, and then that will merge into the Hare Krishna mantra, which was the favorite song. Мы споем Джей Анилу Премадхана, и это пение перетечет естественным образом в воспевание Хари Кришна мантры, которая была любимой мантрой Шрила Наротам Дас Такура. И это воспевание будет продолжаться у нас несколько юг. I don't know, we won't give it a time frame, but somewhere around, what, 11:30, Rasika? 11:30, the feast for honoring Narottam Das Thakur will come, and you can respect that feast. Мы не загадываем заранее время начала пира, но по окончании киртана, примерно в 11:30, сюда будет доставлен пир, и пируем мы отметим также день ухода Narottam Das Thakur. That'll take us up to about 12:30. В конце концов, все это описываемое закончится примерно в пол первого. So we still have 3.5 hours at this auspicious place of Shingarvada or Nityananda. И в наше распоряжение останется еще 3.5 часа на пребывание в этом благоприятном месте Шингарвад или Нитянандавад. I'd like to just briefly mention that tomorrow we're going to go to Gokul near Mathura. Я хотел бы вам сказать, что завтра мы направляемся все вместе в Гокулу. Это находится недалеко от Матхуры. After all, this is the month of Damodar, the famous Kartik month of Damodar, the pastime that Mother Yashoda captured the Lord by her devotion or love for him. Ведь в конце концов мы находимся здесь в месяц Дамодара, именно в этот месяц когда-то произошли события, в которых мама Ишода связала Господа Дамодару, привязав его веревкой к деревянной ступе. So this is a very wonderful pastime. It's the theme actually of this month, and it took place at Gokul. So we're going to take the buses there. It's a very beautiful pastoral idyllic setting, like in a forest, and they say there's the original mortar that Krishna was tied to. We're going to sit there and go deep in discussion into this particular pastime of Damodar Lila to set the mood of the theme for this important month of Damodar. Дамодара Лила является лейтмотивом этого месяца, и завтра мы отправимся в Гокулу, где все эти описываемые события происходили. Отправимся туда, где местность представляет из себя прекрасные луга, пастбищные, и погрузимся таким образом в размышления о Дамодаре Лиле, созерцая ту самую, как говорят, деревянную ступу, которой когда-то был привязан Господь Дамодара. Buses will leave at 6 o'clock, as normal. Отправление автобусов, как обычно, в 6 утра. For that wonderful parikrama, so please be present for that. The next day we're going to do the first half of our Govardhan parikrama. И завтра мы отправимся таким образом на эту удивительную парикраму, а послезавтра мы пройдем с вами первую часть Говардхана парикрамы. We're going to leave at 4:30 in the morning. Отъезд в 4:30 утра. We're going to start walking Govardhan parikrama about 5:30 down to. We'll do half the Govardhan hill, then we'll go to Radhakund and have prasad. And sometime later in the month, we'll do the second half of the parikrama because it's very hot. I don't feel that all of you could actually do a full Govardhan parikrama in this heat and come out of that. You'd be spiritually enlightened, but physically you might be affected.
Примерно в 5:30 мы начнем обход Гавардхана, и дойдя до Радхакунды, мы пообедаем, и тем самым первая часть нашей парикрамы Гавардхана закончится, поскольку в силу теперешней жары, мне кажется, что не стоит нам пытаться за один день обойти весь Гавардхан. And the next day we're going to have initiations somewhere in this beautiful dhamma, Sri Vrindavan Dhamma, in Forme. В день следующий за описанным днем состоится инициации в одном из уголков этого удивительного места Дхаммы Вриндавана. So before we conclude, I'd like to again ask you to, acknowledge the wonderful service that Anup Goswami is doing here in maintaining this very transcendental place. До того, как мы покинем это место, я хотел бы, чтобы каждый из вас отдал дань уважения и признательности тому удивительному служению, которое совершает здесь Ануп Госвами. Again, this is the place the Lord Nityananda came and sat when he visited here 500 years ago, the place of the meditation on the glories of his pastimes here as Lord Balaram 5,000 years ago. И напоминаю вам, что мы находимся в том месте, где под деревом, теперь окаменевшим, сидел когда-то Господь Нитинанда после своего прибытия во Вриндаван. Он сидел здесь в медитации на свои игры в качестве Господа Баларамы. Very beautiful, very ancient deities of Lord Chaitanya and Lord Nityananda. Здесь находятся очень древние и прекрасные божества Господа Чайтаньи и Нитинанды. As we mentioned yesterday, Goswami is a descendant in the family of Lord Nityananda, and he possesses some of the articles that were owned by Janavamata, by Jiva Goswami, by Lord Nityananda. Как мы уже говорили, Госвами является потомком в 14-м поколении Нитинанды Прабу, и в его распоряжении, в распоряжении его семьи, находятся некоторые артефакты, принадлежащие лично Джанавамате и Нитинанде Прабу. And he's practically single-handedly carrying on this tradition. You know, we have our ISKCON, so our temples are supported by a worldwide movement, but really Goswami is just kind of defending this temple and a few other properties that he has that others are trying to take from him in various ways. He's very courageously defending this heritage. У нас с вами целое международное движение ИСККОН, однако Госвами практически единолично поддерживает этот храм и несколько других помещений на территории Вриндавана, которые разные люди под разными предлогами пытаются у него отобрать. He's actually in charge of a few different temples, and some unscrupulous persons are trying to take over those temples, so he's going to court and he's defending the deities and, you know, the property and trying to raise the funds for the court cases all alone, literally all alone. So this is He's very courageous like that. Практически в одиночку этот храбрый, отважный, преданный защищает те храмы, в которых он является главой, таких храмов на территории Вриндавана несколько, и которые некоторые бесчестные люди под разными предлогами пытаются у него отобрать. He's actually fearless in the face of all this opposition. И он практически бесстрашен перед лицом этого сопротивления. He doesn't complain, but he shares his concerns with me as his friend. Он сражается с ними в судах и не жалуется ни на что. Он просто со мной иногда делится своим переживанием как с другом. I don't know how, you know, a Westerner like me who was born in such, you know, a sinful country and performs his sinful deeds to call myself a friend of such a great soul, but somehow he thinks like that. He's very magnanimous. Я не знаю, почему такой человек, как я, родившийся в грешных западных странах, в конце концов стал объектом дружбы такой возвышенной души, как Ануп Госвами. I keep saying, Martin, I'm not your friend, I'm your servant. He says, you're my friend. Я все время говорю, когда он меня называет другом, я не друг тебе, а слуга. Friend is friend. So we share these concerns, you know, we're very concerned about maintaining our heritage, our Gaudiya Vaishnav tradition. It's Kali Yuga, things disappear, things are stolen, taken away. So we have a genuine desire to preserve these things, the practical things, the spirit of this movement, the teachings of Lord Chaitanya, the spreading of the holy names all over the world. Мы очень озабочены происходящими событиями и стараемся выразить поддержку Анупу Госвами всеми возможными способами, потому что
От сохранности этих храмов, этих мест зависит сохранность самого духа, изначального духа нашего движения, в начале которого стояли Чайтанья Махапрабху и Нитянанда Прабху. I was chanting on the beats yesterday, Jiva Goswami's beats, and I was getting a little tired, and Maharaj said, keep chanting, don't stop. I'm getting tired. No, 16, 64 rounds, come on. Вчера я вновь повторял джапу на четках Джива Госвами, и иногда все-таки я уставал, но Госвами меня подбодрял и говорил, давай, повторяй еще 16, еще 64 круга. He said, I want you to have the power to preach the glories of the holy name all over the world. You remember how the kids were at Woodstock in Krishna's Village of Peace. Woodstock, Hare Krishna. He's remembering all this and he's going into ecstasy, remembering how all the kids are chanting Hare Krishna in these Western countries. Keep chanting on the beach. Он говорит, давай, не дремли, повторяй на четках этих. И у тебя должна быть сила для того, чтобы проповедовать на Западе. Помнишь все эти панки на Вудстоке? Они ведь пели Харе Кришна с такой энергией. И он говорит мне, Вудсток. So he appreciates how Lord Nityananda's mercy is not just present at this particular dham, but from this dham, from this place, Nityanandavat, is spreading all over the world, and people, Western people, are becoming Vaishnavas by the mercy of Nitai's command. Chant, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Тем самым он напоминает мне, что по милости Нитянанды поддерживается этот дух не только здесь, в святых местах Вриндавана, но и на Западе. Весь этот процесс, все это движение развивается благодаря наставлению Господа Нитянанды, который говорил, повторяйте Хари Кришну. So he's helping us by his blessings, by his inspiration, by maintaining this antiquity. And I feel that we should all support him in his single-handed efforts. Поддерживая эти древние стены, он тем самым поддерживает и дух нашего движения, и поэтому мы призываем вас по мере возможности оказать ему помощь в его единоличных усилиях. So again, this is an auspicious day, the disappearance day of Narottam Das Thakur. Good day to give in charity. Maharaj will be sitting over there. You gave some donations yesterday. You can give again and help him maintain this holy place and his efforts in maintaining several temples here in Vrindavan. Я напоминаю вам, что сегодня день ухода Нарадам Дасакур, это благоприятный день для того, чтобы давать пожертвования святым людям. Вчера вы оставили некоторые пожертвования, за них мы очень вам благодарны. И по мере возможности, пожалуйста, оставьте еще пожертвования в руки Махараджи, который будет сидеть там вот в стороне и принимать от вас эти пожертвования. We're all part of one spiritual family, we're all part of Mahaprabhu, Nitai's spiritual family. Although we may be doing different services in different places, we're all part of that spiritual family of Lord Chaitanya and Lord Nityananda. So we can help each other in time of need. В конце концов, мы все являемся членами одной большой духовной семьи и можем друг другу помогать в этом поддержании нашего движения, в поддержании духа нашего движения. So give some more donations to Goswami today. Before you leave the program in the afternoon. И до того, как вы уйдете отсюда после обеда, пожалуйста, передайте какие-то пожелания в руки Госвами присутствующим. Си Нитьянанда Рама ки. Си Чайтанья Махапрабху ки. Си Панчататва ки. Нитьянанда Вад ки. Анут Госвами ки. Джива Госвами ки. Шри Прабхупада ки. Goswami, he'll be sitting over there the rest of the morning. Hare Krishna. So take your breakfast, and then we're going to just go deep into the mellows of the mood of this day, the disappearance day of Narottam Das Thakur with the beautiful bhajan by Badahari Prabhu, and then a feast, and then you're free till tomorrow when we go to Gokul. Так, позавтракайте, пожалуйста, потом мы погрузимся в настроение этого дня в ходе бхаджана Бадахари Прабу, и затем состоится пир, а завтра мы вместе с вами поедем в Гокулу. А, пожалуйста.